Итак, попытка номер два. Ух, времени не осталось совсем. Быстренько сейчас надо проехать квалификацию. Повторю, да, я еду в Global Mazda Cup на трассе Окаяма. Короткая конфигурация. Собственно говоря, сейчас в гонке буду бороться за сейфти рейсинг. Собственно говоря, для тех, кто не знаком, в iRacing два вида рейтинга, это safety рейтинг и iRating. Первый safety рейтинг показывает, насколько чисто ты ездишь. Учитываются различные столкновения, вылеты с трассы, потери контроля над автомобилем. Все это минусуется, а если ты проехал чисто, не собрав ни одного инцидента за гонку, то тебе дают дополнительный сейфти рейтинг. И он растет, растет твоя лицензия, начинаешь ты все с руки. Потом постепенно поднимаешься из руки D, C, B и A класс. Потом уже идут всякие про лицензии. Ну вот, и второй тип рейтинга, это iRating, он показывает, насколько быстрый ты гонщик. Что-то все сломалось. Второй круг не будет испорчен. Первый, походу, я испортил. One more lap. One minute. 1.345. Ну да, она нам одна и три, это очень медленно. Ух, видать, очень быстрые парни собрались. Сейчас посмотрим. Да. Видимо, в этот раз айрейтинг я потеряю. Ежели, конечно, парни не убьются передо мной. Но это очень быстрые парни. 59 833, это невероятно быстро. В общем, будем надеяться только на то, что кто-то вылетит, столкнется. Такое тоже бывает. Да. Интересно, Элай Баутиста только что в практике ехал со мной. Ехал значительно быстрее, чем 1.01 и 2.4. Потенциально он мне будет висеть на хвосте и мешать. Если его пропустить вперед, это минус одна позиция будет опять.
Собственно, да, что касается iRating, тебе дает плюс, когда ты обгоняешь более быстрых людей с большим iRating. Тебе дает плюс, когда ты занимаешь там первое, второе, третье, четвертое, там, 5-6 позиций первых. В зависимости от твоего местоположения относительно более медленных, то есть с меньшим iRating людей, либо более быстро с большим iRating людей. Ну и накидывают соответствующие там вот много, да, чуть-чуть, либо штрафуют и существенно. Подозреваю, что вот я, финишировав на 8-й позиции, получу минус. Если, конечно, вот эти вот все гонщики не имеют больше рейтинг, чем я. Если они имеют больше и значительно больше, а вот эти примерно равны, то я, скорее всего, приеду в плюсе по iRatingу. Ну и поэтому в данной гонке конкретно я буду скорее ехать на чистоту. Повреждение автомобиля. Да нет, все. Поврежден. Ну что, доедем до боксов и будем учиться. Thank you.
8.337. Ну что за лаги? Как не прискорбно, но и такое случается в iRacing. Надо посмотреть, потом разобрать ситуацию. Потому как спотер мне все-таки сказал, что там все чисто. Time to go with the line. Гонки всего двух меня выбили. Одно расстройство сплошное. 1:02.329. Thank you.
1:07.97. We have a car stopped on the right. Five laps to go. Got one on your left. All clear, all clear.
2 to go this time by. 1 minute 3.6 1 2. Just got the white flag. That means one more lap to go. 1 minute 2.329. There's the flag. It's over. Great job, driver. Так, это закончено. Но не вижу ничего тут. Great. Давай-ка посмотрим.
тысячу. Я думаю, что-то мне так машина-то не едет. Куда там колесо нахрен улетело? Забавно. Надо было, конечно, сразу на пяти заехать. Да. Ну, пойдем смотреть, что у нас там по рейтингам. Что накидали за гонку? Ну-ка. Данных талант будет онлайн, кто-то один, никого нет. И глюк. Глюк, он есть глюк. Ну ладно, на сегодня хватит.